Здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин, и сегодня в программе «Особое мнение» Яков Уринсон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, бывший министр экономики Российской Федерации. Здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Я напомню нашим слушателям, что вы нас можете смотреть на канале RTVI и канале «Эхо Москвы» в YouTube и участвовать в чате, писать вопросы, комментарии, плюс вопросы свои вы можете присылать нам на смс-ки +7 985 970 45 45. Я хочу, наверное, к вам обратиться как бывшему министру экономики, как доктору экономических наук. Сейчас во втором чтении приняты поправки к закону о повышении пенсионного возраста. Я понимаю, почему население протестует, да, люди наши. Я, честно говоря, с трудом понимаю, почему протестуют экономисты. Вот вы как экономист скажите, в чем сложность? Я как экономист не протестую против самой идеи повышения пенсионного возраста. В связи с тем, что люди стали жить намного дольше, чем это было тогда, когда устанавливались эти пенсионные нормативы, то, конечно, пенсионный возраст надо было повышать. Но то, как это сделано, мне лично тоже не нравится. Не нравится прежде всего потому, что не было реального, как-то раньше говорили, всенародного обсуждения этой, в общем, касающейся абсолютно всех, и молодых, и поджилых, и детей, и бабушек, этого вопроса. Мне кажется, что это как раз тот вопрос, который заслуживал общественного обсуждения на всех уровнях, начиная от скамеек старушек и кончая профессионалами-экономистами, которые могли бы четко, ясно и аргументированно сформулировать сначала сформулировать принципы этой реформы. И это было необходимо сделать и обсудить. А этот вопрос не погиб в зародыше при таком обсуждении? Нет, конечно, что у нас достаточно разумные люди, хорошо образованные, понимают, что к чему, абсолютно уверен, что если бы это обсуждение всерьез, не для галочки и не показательно, не показушно было бы организовано, оно прошло нормально, во всяком случае. Я знаю многих профессиональных экономистов, ну, достаточно высокого качества, если так можно выразиться, которые бы активно приняли бы участие в обсуждении этого вопроса. А население, выслушав бы мнение профессионалов, сумело бы более обоснованно и более вдумчиво принимать решения. Сейчас же, ну, естественно, когда тебя подкинули это все по-быстрому и по существу, все понимают, что кто бы что ни говорил, а все равно все будет принято так, как будет решено наверху. Ну, конечно, это все всех раздражает и лишний раз говорит о том, что вот между властью и населением особого единства нет. А еще какие проблемы есть у этого решения, помимо того, что, ну да, люди не понимают, не принимают, это понятно. А ну, он же должен какие-то экономические проблемы решить. Ну, мне кажется, что неотложных экономических проблем, которые сегодня нужно было бы решать при помощи экономии денег на пенсиях, в стране нет. В стране, ну, достаточно сказать, что у нас золотовалютный запас почти 500 миллиардов долларов. Плюс высокие цены на наши ресурсы, все, которые мы экспортируем, плюс достаточно благоприятная демографическая ситуация и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, можно было бы продумать, какие-то такие варианты, которые бы устроили и государство, и значительную часть населения. Когда вы говорите о цифрах, и когда экономисты говорят о цифрах, и когда президент говорит о цифрах, мне кажется, здесь вот одна из тех проблем непонимания, потому что, ну, во-первых, сложно представить, что такое 500 миллиардов, что такое 2 триллиона, насколько это хватает, на кого это хватит, хватит это на 100 рублей прибавки к пенсии или на сколько. А во-вторых, нам сложно понять, какой цифре верить. Вот президент выходит и говорит, а вы знаете, что там день выплаты пенсии в России, это там столько-то триллионов, ну там, я не помню точную цифру, 120 миллиардов, что ли, он говорил. А вы знаете, что если мы продадим, что если нефтяные компании, там, обложим их налогом, что ли, еще каким-то дополнительным, это даст вам там 2 недели, или что ли, 20 дней, да, выплаты пенсии и так далее. И мы вообще не понимаем, кто, какими средствами государство располагает и какими средствами... И у государства, так же, как у каждой семьи, так и у государства есть бюджет.
люди сегодня уже все достаточно осознанно и разумно свой бюджет планируют. Прошли те далекие времена, когда там была фиксированная зарплата, когда люди не думали о далеком будущем, понимали, что у них будет до пенсии работа, после выхода на пенсию будет какая-то пенсия при низкой зарплате, при низкой квартплате, при низких платежах за коммунальные ресурсы. Все это всех особо не беспокоило. Сегодня абсолютно другая ситуация. Уже все считают свои бюджеты на будущее. Люди стараются, это видно из динамики сбережений, откладывать себе деньги на старость и так далее, и так далее. То есть люди научились читать. Они считают, что государство могло бы тоже с ними поделиться своими серьезными соображениями. Есть бюджет, есть ресурсы бюджета. Бюджет, ну, слава богу, реально профицитный. Поэтому, ну, в общем, можно было бы посчитать, подумать, как подойти к повышению пенсионного возраста, растянув это и во времени, и подойдя дифференцированно к разным группам и категориям населения. То есть сегодня уже есть статистика практически по всем регионам, по всем полувозрастным и социальным группам населения. Пенсия – вещь такая очень специфическая, очень индивидуальная. Для кого-то они вообще особой роли не играют. Для людей обеспеченных и для людей, которые живут в семьях, у которых там дети богатенькие и так далее, и так далее. А для, скажем, одиноких стариков или еще для кого-то пенсия играет огромную роль. Иногда еще пенсионеры детям помогают. То есть у всех совершенно разная ситуация. Поэтому надо было все население, как мне кажется, разбить на значительное число категорий, как я уже сказал, по социальному экономическому положению и по полувозрастным группам, и каждый из них продумать их ситуацию и дифференцировать эти подходы по этим группам. Технические возможности сегодня у государства есть, когда есть мощная вычислительная техника, когда вся страна объединена сетью связи. Я помню, там 90-е годы, когда надо было принимать какие-то решения, был один вычислительный центр, здесь главный вычислительный центр бывший Газплана СССР, где я работал, который более-менее обладал необходимыми техникой и людьми, чтобы можно было что-то посчитать. А в регионах этого ничего не было. Сегодня в регионах все есть, у каждого, даже в доме есть вычислительная техника. Поэтому можно было это все просчитать, дифференцировать по группам населения. А почему не сделали такую более сложную, да, но это не ко мне более справедливую? Вопрос к правительству. То есть, нет, как вам кажется, это человеческая лень, фактор скорости, что надо очень быстро принимать подобные решения, невозможно все это прочитать так быстро, или что? Я абсолютно не понимаю, почему это так сделано. Какой-то опыт работы в правительстве у меня есть, я абсолютно убежден, что нужно было как следует это все подготовить, обсудить в самых широких кругах, провести через разного рода дискуссии, ну а потом, выяснив и разъяснив населению, с одной стороны, необходимость, с другой стороны, целесообразность и варианты, принять какие-то решения. Сейчас это сделано за несколько месяцев, так, в общем. Не то, что без какой-либо серьезной, но вообще без всякой дискуссии. Вот она, даже после того, как президент принял решение обсудить по новой, там, Дума, там, какие-то чтения прошла, там. Ну, для меня, что показательно, сегодня я по радио слышал, там, когда Зюганов с командой там собрались с населением обсудить, около Думы было 100 человек. То есть вообще все понимают, что их мнение никого не интересует. Я представляю, там в 90-е годы я работал в Газплане СССР. Газплан СССР находился... У вас там покрупнее были митинги. Газплан СССР находился как раз в том здании, где сейчас Дума. У меня кабинет был на углу в третьем этаже, вот над бывшей Манежной площадью, как она теперь называется, я уж не помню, который сейчас Лужков все застроил, чтобы там демонстрации не было. Так вот, я сидел на углу, и я утром смотрел, иногда видел, что вся площадь запружена людьми. Люди пришли, чтобы высказать свое мнение. Они так против вас были, правильно? Протестовали, да нет, против ваших почему? Решений? Да нет, конечно, это было еще в 80-е годы, моих решений не было, это советская власть еще была. Люди выходили на улицу, понимая, что от их решений что-то зависит. Сейчас никто на улицу не пойдет, поскольку понимает, что от их решений ничего не зависит. В лучшем случае никто внимания не обратит, в худшем случае отоварит дубинками и проводит домой. Может быть, в этом и причина? Страх? Одна из причин в этом, но главное не в страхе. Страх преодолевается. Это вот, опять же, опыт советской власти показывает. Я бывал на демонстрациях в Лужниках, когда избивали, а на следующий день все равно выходили в Лужники. Но, мне кажется,
мы сейчас продолжим разговор. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Яков Ринсон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и бывший министр экономики России. Присылайте свои вопросы и комментарии. +7 985 970 45 45. Я Алексей Соломин. Буквально короткий перерыв. Раньше, вы знаете, была такая популярная теория, бутерброда с колбасой, что ли. Что вот если бутерброд с колбасой хватает, или он есть в холодильнике, то человек не пойдет никуда. А если нет, то уже пойдет, потому что что, ему терять больше нечего. А ну, тут просто кажется, что вопрос там пенсионных денег, пенсии для людей, которые еле наскребают себе на квартплаты, это и есть вопрос бутерброда с колбасой, что вот он предел-то должен настать. А вы сами говорите, что люди как-то не верят в то, что они могут что-то поменять. Нет, ну, понимаете, здесь всегда есть некоторая такая точка перегиба. Сейчас, я считаю, мы близки к этой точке, поскольку четвертый год подряд реальные доходы населения падают. И вот это решение по пенсиям, которое ударяет, ну, по всем по существу, оно добавляет дров в огонь. И мне кажется, что вот в такой ситуации возможно и выход на улицу, и все что угодно, но для этого необходим еще один фактор. Люди должны понимать, что их мнение может быть услышано. Пока, мне кажется, вот вера в то, что они могут повлиять реально на принятие решений Думой, не знаю, президентом, вот такой веры нет, то, что они могут своими демонстрациями своего мнения как-то изменить ситуацию, веры в это нет. И вот это куда страшнее, чем все остальное. А вы сказали, что должен быть подход по разным категориям, да, но упомянули в том числе полувозрастную. То, что сейчас там действительно подход разный. Женщины у нас по предлагаемым поправкам там выходит. Ну, разный пенсионный возраст установили. Это необходимая мера, с вашей точки зрения? Ну, это вещь явно целесообразная, но мне кажется, что здесь должен быть куда более дифференцированный подход и не только по полувозрастному признаку, но и по социальному положению, по занятости, положению в семье и так далее. У нас грандиозные технические возможности для того, чтобы это выделить несколько. Да, это понятно, да, это мы можем. Населения. Но сам по себе по полу должен быть разный возраст? Ну, наверное, разный, конечно, потому что если люди в зависимости от пола у нас в стране живут по-разному. Ну, там женщины живут... иная корреляция. Это мужчины живут поменьше, чем женщины. Правильно, женщины живут намного дольше мужчин. Да, но у женщин раньше выход пенсии. Ну, в общем, это логично. Почему? Нет, по-моему, наоборот, противоречит логике. Конечно. Смотрите, мужчины живут меньше, да. Значит, по идее, они должны выходить на пенсию раньше, нет? Так они от возраста, они... это же зависит. Объясните тогда, я просто, значит, не понимаю. Ну, еще раз повторю, здесь же масса факторов, в том числе роль мужчины и женщины в сегодняшней семье. Кто больше работает, кто занят физическим, кто умственным трудом и так далее. Очень тонкая вещь, и здесь надо решать вот не так огульно, а очень аккуратно и очень взвешенно. И еще раз вводить это после реальной дискуссии, реального обсуждения, и с учетом мнения профессионалов, с учетом мнения населения, и обязательно постепенно. Вот Евгений Спензе поднимает, наш слушатель, поднимает вопрос, который, мне кажется, о котором сейчас не говорят, потому что все заняты теми действительно пострадавшими, то есть сами, будущими пенсионерами. Но он говорит, хрен с ней с пенсией, извините за такое слово, я просто процитировал. Я готов ее не получать, но тогда, дальше я чуть-чуть изменю, почему я плачу сейчас в пенсионный фонд? И пусть отдадут все, что я платил туда раньше, если у них тем более профицит. Вот и действительно, и разойдемся красиво, завершает он свое сообщение. Вот и действительно, когда происходит подобного рода истории, когда повышается пенсионный возраст, у меня возникает вопрос сейчас, а вот то, что я плачу деньги в пенсионный фонд, это вообще кому-то, мне потом как-то вернется или что? Вот скажите, не вызывает ли у вас опасений то, что люди разочаруются в необходимости платить налоги, социальные взносы, что это, в принципе, им покажется каким-то бессмысленным? И ну, какая думаю, опасность? Что, в уплате налогов уже давно все разочаровались, никто не понимает, куда эти налоги идут, особенно на муниципальном уровне. Мне нравится система, которая есть там во многих странах.
ну, например, в Словакии, когда муниципальные налоги идут в муниципальную казну, а как эти деньги использовать, решают на сходе того муниципалитета те люди, которые эти деньги вносят. Потратить их там на строительство школы, на дорогу или там еще что-то у себя в поселении организовать, решают общим голосованием, там, прямым, непрямым, эти самые люди, которые эти деньги вносят. Прекрасная система, она может работать на муниципальном уровне. Совершенно очевидно, что на государственном уровне теоретически в условиях электронного голосования это можно организовать, но очень дорого и очень сложно. Поэтому, конечно, здесь мы возвращаемся к ключевому вопросу, вопрос выборов. Если люди бы выбирали реально депутатам, которым они доверяют, и на позицию которых они могут влиять, плохо проголосовал депутат, на следующий раз они его не выберут. Вот если такая ситуация была, нормальные выборы, то люди через депутатов выражали бы свое мнение. Поскольку у нас выборы демонстрационные, а не реальные, то через выборы люди никак не могут повлиять на ситуацию в стране. И это отражается на его на отношении населения ко всем тем мерам, которые так или иначе принимаются. По-вашему, получается, пишет нам слушатель Сергей, что общество и оппозиция, от общества и оппозиции ничего не зависит. Правильно ли вас понимает вопрос? Ну, на самом деле, сегодня от общества и от оппозиции мало что зависит. Последний раз, когда оппозиция хоть как-то там или общество повлияло, это было несколько лет назад, когда там дороги перекрывали и так далее. Это было несколько лет назад. Это было... А, Пикалёва, ну, вы имеете в виду вот эти случаи? Да, да, да. Вот были эти события, связанные с закрытием там предприятий и так далее. Так создана такая система, настолько зачищено общественное пространство от каких-то лидеров, кому бы население прислушалось, за которым оно могло бы пойти, что действительно, к сожалению, и общество, и партии, которых реально у нас нет, кроме одной, как при Советском Союзе было, только тогда называлась там Компартия, КПСС, КПРФ, сегодня называется. Но реально есть Единая Россия, есть некоторые такие управляемые партии, которые не отражают мнение населения, которые не могут в Думе путем там открытой дискуссии. Не зря у нас один из руководителей Думы говорил, что Дума не место для дискуссий. Она действительно у нас уже не место для дискуссий. Поэтому вот, к сожалению, мне кажется, что это чревато опасностью той, что если люди не могут в легитимном режиме выражать свои отношения, то рано или поздно могут на улицу выйти, что самое неприятное из всего того, что может произойти. Вот вы сказали о выборах, но у нас сейчас прошли региональные выборы, и некоторые из них были очень интересными, необычными. И даже СМИ пишут, во всяком случае, со ссылкой на свой источник, Кремль очень переполошился из-за некоторых регионов. Вот скажите, это разве не проявление того, ну, что... Ну, я не верю в то, что Кремль переполошился. Был так называемый фильтр этот знаменитый, как он называется по науке, я уж не помню. Муниципальный фильтр, да. Реально в выборах участвовали только те, кого согласовал Кремль. А выиграл А, Б или В уже не принципиально. Никто из тех, кто мог выразить позицию, которая была бы действительно противоречила той логике и тем отношениям, которые складываются из властью, допущен к выборам не был. Поэтому да, там были люди, которые чуть-чуть в одну сторону отклонялись или чуть-чуть в другую, но это абсолютно не принципиально. Все они прошли фильтр, все они так или иначе устраивают власть. Но они очень ругались друг с другом и скандалы закатывали, и вообще зачем нужно было так... Ну, муж с женой тоже иногда ругается, только это ничего не означает в конечном счете. Как вы думаете? Если они не разводятся, конечно. Да, но если я вас правильно понимаю, то будут они работать, как старый губернатор, ничего не изменится. Конечно. От человеческого фактора ничего не зависит. Вот человек, он приходит на должность, у него, ну, есть свои взгляды. Могут быть исключения, типа там этого екатеринбургского парня, который вдруг там... Евгений Розенко. Да. Но, как правило, те, кто прошли фильтр, те, кто победили на так называемых выборах, те не входят в такие более-менее серьезные противоречия с властью. А что у нас сейчас дает народная поддержка? Ведь у нас есть избранные должности, есть должности назначаемые. Когда-то губернаторы... Да все были... у нас должности назначаемые. Все, абсолютно. Ну, а смотрите, формы назначения разные. Одна форма – это муниципальный фильтр, а другая форма – это приказ. Да, но только когда просто назначает президент, это одно. Это доверие одного человека, и человек потом работает на это доверие. И он может утратить это доверие и так далее. Другое дело, когда, окей, президент допустил
согласимся с вашей теорией в данный момент, допустил нескольких кандидатов, которые ему, к которым он относится спокойно, провел их на выборы, на выборах победил один из кандидатов, но он здесь уже чувствует, что за него пришли люди, тысячи людей, поставили свою подпись, оказали ему доверие. Вот в его случае же он как-то с большим энтузиазмом должен работать и отстаивать те интересы, интересы своих избирателей, а не президента. Те люди, которые победили на выборах, хорошо понимают систему, хорошо понимают, как и почему они победили. И вряд ли они ориентируются на то, чтобы там высказать свою личную позицию. Им главное высказать позицию, которая устраивает власть. Все остальное не важно. Вот здесь я с вами не соглашусь. Знаете, на одном примере. Никита Белых, он был назначен президентом. Не первый, там же не было еще выборов тогда. Первый раз. И он рассказывал, что... И не он рассказывал, я от кого-то слышал из наших общих знакомых, что он-то с протестами сталкивался и совсем... Ему приходилось иметь дело с людьми, ему приходилось объяснять, уговаривать, разъяснять, объяснять и так далее. То есть даже в этом случае региональный глава вынужден иметь дело с своими как будто бы избирателями. Знаете, я Никиту Белых отлично знаю, очень люблю. Я, когда работал в РАОЕС, я был представитель Совета директоров «Пермэнерго». Сам Никита из Перми, он там начинал бизнес, там развивался, там превратился в общественную личность. Много с ним контактировал, умный, образованный, абсолютно порядочный и честный человек. Когда такой человек попадает во власть, он, естественно, хочет учитывать мнение населения, он стремится сделать так, как вот при данных правилах игры было лучше всего для того населения, которое ему доверили и так далее. Но таких, как Никита, единицы, которые попадают во власть, и Никита, ну, считает как раз то исключение, которое только подтверждает правила. Минута остается. Как вы думаете, почему Владимир Путин решил проводить все-таки эту реформу? Ведь у него срок заканчивается. И по идее он мог... Зачем ему терять популярность на... по окончанию второго срока? По Конституции подряд он не может в следующий раз идти президентом. Ну, во-первых, Конституцию, как мы хорошо знаем, можно менять. А во-вторых, ну, Владимир Владимирович достаточно долго у власти. Он все ее прелести хорошо познал. Возможно, настроен на то, чтобы отойти в сторонку. Может быть, еще что-то. Я когда-то имел честь с ним работать. Знаю, что он очень умный, грамотный, квалифицированный человек. Так что каждый принимает решение, исходя из своих взглядов на жизнь. Сделаем короткий перерыв. Я напомню, что в студии радио «Эхо Москвы», телеканала RTVI и YouTube-канала «Эхо Москвы» Яков Уринсон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и бывший министр экономики Российской Федерации. Меня зовут Алексей Соломин. Мы вернемся через некоторое время. Я спасибо, достаточно. Тут вот нам пишут... Сейчас мужчины не подписался, но я понимаю, так понимаю, женщина писала. Мужчина, спуститесь на землю. Женщины работают две смены на работе, в смысле две смены на работе, на работе и дома. Это старая песня. Ну, может быть, тоже неправильно, может, тоже несправедливо, может, тоже надо что-то менять. Что делать? Это сейчас, кстати, государство не зависит. А во многом это зависит, да, согласен, традиция, абсолютно. Традиция. Менталитет. А у нас, если мужчина будет воспитывать детей, к нему не будут относиться как к мужчине. Ну, действительно, традиция российская. Есть страны, где не так, другая ситуация. Хотя у нас сейчас тоже переделывают, и декрет. Ну, постепенно меняется, конечно, но это больше зависит вот от накопления, так сказать, жизненного опыта, от поколения к поколению, от образования, от качества работы. Масса факторов. С другой стороны... Детишек надо, чтобы было... Вы согласны с тем, что мужчина в России может зарабатывать больше, чем женщина? Да, будет, конечно, зарабатывать больше, чем женщина? Это тоже ведь такая традиционная, конечно, история? Да. Тоже в России, не только в России, это во всех странах, даже во Франции, где наибольшие, так сказать, права у женщин, все равно средняя зарплата мужчины выше, чем средняя зарплата женщин, даже во Франции. А почему? Традиция, тысячелетняя традиция. Доверяют. Какие-то больше, там 150 лет женщины даже в демократиях, там, типа английских выборов, да, не участвовали. Да. Поэтому нужно там еще, не знаю, тысяченка лет для того, чтобы
это изменилось. И плюс, конечно, техпрогресс, который практически вытесняет из жизни физический труд. И мужчина, и женщина начинают, и получают техническую возможность более-менее. Это же вообще, это вообще засада, потому что я знаю, что это серьезная головная боль в связи с тем, что в ближайшие десятилетия очень много людей, очень много, ну, на государственных мерах, конечно, цифрами все меряют, что огромное количество рабочей силы выйдет на рынок труда. Да, то, да, это серьезная проблема, поскольку там две проблемы. Первая проблема – много выйдет людей вторых возрастов, которые вряд ли могут в современной жизни осваивать новые профессии. А сейчас каждые 3 года на одну профессию смотрят. С другой стороны, число молодых будет расти намного меньше, медленнее, чем росло раньше. Ну, вот, третья демографическая волна после мировой войны. Поэтому молодых на рынок будет относительно меньше выходить, а пожилых относительно больше. Это противоречит требованиям рынка, спросу рынка, поскольку рынок предъявляет спрос на все более квалифицированных людей, все более энергичных, которые готовы переобучаться очень быстро, а пожилой человек себя знает и не умеет. Ну, сейчас у нас уголовный кодекс будет работать, да, обучать рынок. Да, ну, фигня этот уголовный кодекс, какая чушь полная. Нет, вы думаете, что не будет работать? Абсолютно никакого значения он не будет в жизни иметь совершенно. Ну, я много лет был начальником, я хорошо знаю, что я уволю любого, кто мне не нравится. Вы найдете способ. И найду способ в условиях нашего трудового законодательства, ориентированного на начальников, а не на подчиненных, найти способ человека уволить, независимо от возраста. И наоборот, сохранить пожилого человека, если он хорошо работает. Ну, кстати, примеров того, как сохраняют людей, вышедших из возрастного предела на государственной службе, очень много. Ну, госслужба – это вообще отдельная песня. Там вообще все законы рынка не работают, и там работают другие факторы. А чтобы перейти, сейчас вот по поводу тарифов, я задам один вопрос, там сильно я долго не буду, потому что сразу хочется на санкционной истории. И не пропустите интервью в среду после 10 вечера. Это Москвы, 9.1.2, где пока. Да, и про Чубайс, возможно, если успеем. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, Алексей Соломин у микрофона. В гостях особого мнения сегодня Яков Уринсон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и бывший министр экономики. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для связи со студией. Я хотел, перед тем, как перейти к другим темам, все-таки поднять еще одну, так или иначе связанную с тем, что происходит, с тем, что мы обсуждали. Постоянно идет борьба о том, как повышать тарифы на услуги ЖКХ, потому что я прекрасно понимаю, что компаниям, они тоже живут в условиях инфляции, в условиях роста расходов и так далее, но повышать тарифы, когда идет история с повышением пенсионного возраста, когда все прекрасно понимают, что еле с этими текущими пенсиями, еле с этими тарифами справляются. С вашей точки зрения, уместно или нет? Ну, здесь, понимаете, вопрос опять в экономике. Можно, конечно, не повышать тарифы, но тогда надо какие-то другие ресурсы выделять из федерального бюджета, из региональных бюджетов. Муниципальные так нагружены на то, чтобы содержать всю эту инфраструктуру, в том числе инфраструктуру ЖКХ. Она достаточно дорогая, служит долго, но и требует серьезного обслуживания. И где-то мне кажется, замена ведь, ремонта и обновления. Ну, конечно, и ремонт, и обновление, все что угодно. И обслуживание, текущее обслуживание качественное. Поэтому здесь, мне кажется, главный вопрос не величине тарифа, а величине, как этот деньги, полученные через эти тарифы, расходуются. У нас есть два типа организаций. Или это жильцы сами объединяются и определяют, как это делать. Но таких, к сожалению, даже в Москве меньше 10%. А о городах и весях говорить даже не буду. А обычный вариант, когда нанимается какая-то контора, она эти деньги получает и по существу, не по форме, а по существу расходует бесконтрольно. И на что эти деньги уходят? Покупают они там
медные или золотые какие-то запчасти, это никому не известно. Мне кажется, здесь главное организовать управление этими деньгами квалифицированно и контроль за расходами этих денег так, чтобы на направление и качество их расходования влияли сами жители, а не только какие-то там чиновники из муниципалитета или из более высокого уровня государственного управления. А почему вы думаете, что жителям это будет интересно этим заниматься? Это же надо вникать, это же надо сидеть и думать, а что, вот как опыт работает. Опыт многих муниципалитетов российских показывает, что жители не просто увлеченно, но квалифицированно в состоянии управлять своими деньгами. Я вам напомню, что в России есть уникальный опыт земств, когда жители распоряжались всеми деньгами, которые на уровне земства собирались. И именно тогда, это было после 61 года, в конце 19 века, наиболее быстро развивалась местная экономика в России. Это иллюзия, что наши люди не умеют или не в состоянии, или не любят заниматься деньгами. Предпочтут передоверить. Конечно. Если человек видит результаты того, что он этим занимается сам, он этим будет активно заниматься. Если он видит, что он что-то сделал, а это никак не повлияло ни на то, как вода течет из-под крана, и ни на как повлияло на асфальт во дворе, никак не повлияло на температуру в квартире, когда меняется температура на улице, конечно, он не будет обращать внимания на что, на это. А если он видит, что его решения повлияли на все это, он будет этим активно заниматься. Более того, будет специальную литературу изучать, чтобы заниматься этим квалифицированно. Правильно ли я понял вашу мысль, что если разобраться, как расходуются эти деньги, то можно обойтись и без повышения тарифов в ближайшее возможно, время? Возможно, я не знаю, я давно этой темой не занимался, но в 90-е годы мы этим очень активно занимались, скажем, так называемое правительство молодых реформаторов, в котором был Борис Немцов. Угу. Он этим очень активно занимался, у него был опыт Нижнего Новгорода, где он там навел в этом порядок. И он такой же порядок хотел навести везде, но до конца ему дело не удалось довести. И вот он мне объяснял, какова может быть технология для того, чтобы жители сами выбирали направление эффективного расхода денег. И более того, в этом случае они активно участвуют в контроле за расходованием этих денег. Они выбирают людей, которые этим будут заниматься и так далее. Ну, то есть принцип самоуправления на муниципальном уровне, конечно, это главное, что надо сделать для того, чтобы там навести порядок. А следует ли, с вашей точки зрения, для компенсации повышения пенсионного возраста пойти все-таки на определенные государственные меры и сдерживать тариф искусственным образом, даже если это будет ущерб экономике? Я не считаю, что эти вещи взаимозаменяемые. Это из одной оперы, это совсем другая опера. Здесь надо решать и там смотреть экономику, и социальные последствия, и здесь смотреть экономику. Власти надо решать проблему доверия, потому что... Ну, это отдельная политическая задача, это уже не в сфере экономики. А я говорю о политическом решении. Вот насколько это будет, с вашей точки зрения? Решение, да, это может повлиять на доверие к власти, на доверие даже. А экономика развалит? Страшно сказать, к президенту. Система ЖКХ развалит в России, если принимать такие... Ну, есть неразумное решение принимать, но оно какое-то время поживет. Так она не в очень хорошем состоянии, но может привести к таким серьезным последствиям. Хорошо, перейдем к другому сериалу. Говорим именно сериал, потому что новости о санкционном давлении в режиме изоляции, в который все больше попадает Россия, он продолжается из недели в неделю. Но только сначала хотелось начать с конкретной личности. Вот история с Романом Абрамовичем и тем, что он не получил вид на жительство в Швейцарии по репутационным, да, причинам. Вот СМИ, я сейчас цитирую РБК, СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии, и полиция сочла, что бизнесмен представляет угрозу общественной безопасности. Сразу скажу, что его юрист назвал данные полиции абсолютно ложными, но тем не менее, вот швейцарская газета пишет, что федеральная полиция... Если Абрамович получит на жительство, то может нанести репутационный ущерб и то, что я сказал, представляет угрозу общественной безопасности. Я еще видел, да, вот полиция по данным газеты ответила, что в отношении Абрамовича имеются подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, а его активы в стране имеют, по крайней мере, частично нелегальное происхождение. Раньше мы таких вещей не видели, ни подозрений, ни такого подозрительного отношения к нашим бизнесменам. Все их любили, они хорошие плательщики налогов, много платят. Ну, насчет любили, думаю, что вы заблуждаетесь. Деньги любили.
деньги, конечно, это не значит, что любили наших бизнесменов. Типа там, не буду называть фамилии. А вообще, честно говоря, проблема Абрамовича как-то меня не сильно беспокоит. Думаю, что он с ними сам разберется. А почему так к нему относится? Ну, здесь два фактора есть. Есть его личная история и предыстория. И во всем мире не очень любят людей, которые кичатся своим богатством, высовывают его наружу и так далее, покупают футбольные клубы или еще что-то такое. Это общее отношение к богатеньким. Но есть и другой фактор. То, что он происхождением из России, это тоже сказывается. И отношение к нашей стране за последнее время резко ухудшилось. Это всем известно. Вот эти два процесса, они пересеклись. Ну, думаю, что Абрамович свои проблемы решит. Да, но я имею в виду, что отношение к нашим согражданам, бизнесменам, оно же тоже формируется внешнеполитической повесткой, поведением России. Конечно. Я об этом сказал, что здесь сошлись два процесса. Процесс вот общей политики страны и личные факторы Абрамовича. А это справедливо? Конечно, конечно. Мы все жители этой страны. И мы все голосуем, мы все выбираем эту власть, а значит, влияем на то, как власть себя ведет. Если власть ведет так, что нашу страну во всем мире чуть ли не изгоем считают, значит, в этом виноваты и каждый из нас. То есть получается, что Швейцария может к каждому из нас относиться как конечно, к людям, из-за которых они могут понести репутационную... Да, которых можно не сильно уважать, поскольку вот они ведут себя так, как они себя ведут и в жизни, и на выборах, и в политике, и в экономике, и так далее. Это очень обидно. Ну, что делать? Ну, просто это же заставляет нас внутри ершиться, обороняться, нас все не любят. Или пересматривать свое отношение, ходить на выборы, а не отсиживаться в уголке, голосовать за тех, кого ты знаешь, а не за кого тебя сверху приказали. Ведите себя как гражданин достойный, к вам будут относиться как к достойному гражданину. Так нет возможности. Если вы ведете... Да кто сказал, что нет возможности? А нет, вот сами сказали. На выборах участвуют люди, которые прошли муниципальный фильтр. За кого я пойду голосовать? Вот я хочу стать гражданином. Да бастуй, возмущайся, выходи на площади, как это было в 80-е годы. Не знаю, вы не застали видит, или нет? Не видит, что это будет полезным, что это да к не видит, приведет. Не видит, что... Не верит в это. Пока что есть возможность так жить. Вот когда не будет возможности так жить, ни политической, ни экономической, ну, тогда будут принимать какие-то меры. Не дай бог, если до этого дело дойдет. Мы знаем, как выходили с кирпичом в 17-м году на улице с булыжником. Булыжник – орудие пролетариата. Сегодня у пролетариата есть, кроме булыжника, более серьезные средства. И не дай бог, чтобы он вышел на улицу. Не надо его доводить до этого состояния. Надо менять экономическую и политическую жизнь страны. А, еще по сверху, а не снизу. Сверху, ну, да. Это не к нам тогда. Почему не к нам? Сверху это... Ну, почему? Голосуйте, выбирайте тех людей, которым вы доверяете, тогда они будут выбирать нужных там, министров, назначать нужных министров, те будут вести себя по-другому, если будут знать, что они зависят от мнения людей. Для этого один человек должен принять решение закончить свою политическую карьеру. Почему? Почему что... один человек? Ну, потому что все у нас привязано к нему. Ну, это же мы с вами этого добились, что все привязано к нему. Так мы попали в ловушку. Ну, значит, из нее надо выбираться. Выкарабкиваться? Да, любым способом. В том числе неся потери. У нас остается еще 2 минуты, но я очень хотел с вами поговорить о вашем друге. Анатолий Борисович Чубайс. И, кстати говоря, вот мы сейчас говорили о том, что репутация Абрамовича, его связи с государством сыграли с ним злую шутку, так или иначе. Анатолий Борисович Чубайс выступил в роли продюсера фильма «Авдотьи Смирновой. История одного назначения». Фильм, кстати, очень хороший, и я от себя могу посоветовать нашим слушателям его посмотреть, если он еще идет. Поддерживаем. Вот. Но он стал объектом атаки. И фильм, кстати говоря, и Анатолий Чубайс. Фильм из-за того, что его поддерживал Анатолий Чубайс. За те вещи, которые он... За отношение к Чубайсу периода 90-х. Скажите, как вы относитесь к этому? Что продолжается? Ну, я напомню слова Бориса Николаевича Ельцина. Когда-то он сказал, во всем виноват Чубайс. Вот мы в этой парадигме продолжаем жить. Чубайс, который ничего не отнял населению, в отличие от многих других, а только дал населению собственность, начиная от квартир, кончая всей остальной. Он рыжий враг народа, никуда не денешься от этого. Здесь ведь работает два фактора. Работает не только квартира или холодильник, в котором появилась еда, благодаря реформам Чубайса и Гайдара. А работает политика, работает телевизор, когда людям каждый день объясняют, что во всем виноват Чубайс,
Ну вот, люди начинают в это верить, и так или иначе из подсознания этот сигнал все время приходит. Объективно я хорошо знаю Чубайса, знаю, что он и до 91 года, и после 91 года в своей жизни руководствовался всегда двумя факторами. Первое – не собственные интересы, а интересы окружающих людей. И второе – он умеет хорошо считать, хорошо понимает экономику. А экономика – вещь очень жесткая, зачастую заставляет принимать непопулярные решения. Он несет на себя бремя непопулярных решений. Что делать? Это политика. Яков Уренсон, доктор экономических наук, бывший министр экономики в студиях Москвы. Меня зовут Алексей Соломин. Всем большое спасибо и всего доброго. Спасибо. Эхо твой. А вы не вставайте, пожалуйста. А, вы записываете. Посидим с вами, побухтим еще. Сейчас я быстрее. Для Карамурзы. Я уберу остальное. Ты возьми свою телегу и все. Спасибо.